попробовать свои силы в английском языке и заработать 100 баллов на ЕГЭ. В этой дисциплине могут орловские школьники. Для этого ученикам 5-11 классов необходимо зарегистрироваться на сайте Международной онлайн-олимпиады до 20 февраля. Как сообщается на сайте, победители олимпиады смогут поступить в основную часть вузов Российской Федерации без экзаменов, а призеры до 40 участников очного тура автоматически получат 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку. Льготы действуют в течение 4 лет, поэтому актуальны для учеников 8-11 классов. Старт основного тура запланирован на 21 февраля.